Первое решение жюри почему-то, мы подумали, что не очень понравится организатор, мы подумали, что должно победить жюри, но оказалось, это не соответствует регламентам конкурса, в общем, опять эти скучные формальности помешали нам занять первое место. Долго обсуждали, четыре проекта вошли в топ-3, не знаю, потому что, да, удивительно, но факт, потому что два проекта набрали одинаковое количество баллов, при этом один из... проект, который набрал, стал третьим, разделил третье место, от одного эксперта получил 0 баллов, потому что его просто не поняли. Поэтому точно имеет смысл оттачивать мастерство презентации. Но у нас появился все-таки единоличный победитель, набравший в общей сумме 61 балл от всех экспертов. Это, наверное, достаточно высокий балл. Я думаю, что можно сначала сейчас подготовить свои руки, чтобы уже аплодировать. И проект Oscar goes to. Нам просили просто максимально затянуть. Я не знаю, как еще. Все вместе. Давайте тогда. Только Денис Сергеевич сюда. На счет 3-4. UC Band! Я думаю, что, наверное, что-то надо сказать победителю. Начну традиционно. Всем привет. На самом деле, большое спасибо, что организаторам, что выдалась такая возможность поучаствовать в этом хакатоне, познакомиться с людьми и проделать большую работу за эти 2 дня. Вчера я пришел домой очень уставшим. Сегодня с новыми силами удалось все сделать быстренько с помощью Лены. Всем большое спасибо. Мы продолжим работать.